Лучший в области. Ангарчанин Константин Рогов выиграл региональный этап конкурса «Народный участковый». За него свои голоса отдали почти 150 человек. Огромное спасибо всем тем, кто за меня проголосовал. Коллеги, родственники, все граждане, проживающие на нашей территории города Ангарска и Иркутской области. В первую очередь, им большое спасибо за то, что я прошел, потому что, как говорится, благодаря только им я смог и победить. Победитель второго этапа будет представлять Иркутскую область в финале всероссийского конкурса. Его соперниками станут участковые со всех субъектов Российской Федерации. Конкурс будет проходить также в форме онлайн-голосования. Оно стартует 1 ноября.